жизнью встали юные спортсмены. Это был один из самых массовых забегов. Научился ходить, пора осваивать лыжи. Некоторые родители прямо в день праздника решили провести первые уроки со своими малышами. Впрочем, единому порыву поддались пермики разных возрастов и занятий. Особо выделялась группа в купальниках. Маржи и Прикамье решили на лыжне проверить собственную закалку. Праздник, конечно, праздник. Для всех праздник. Вот видя столько людей, желающих пройти на лыжах, а не лежать дома на диване, это уже здорово. Лыжня России – одна из тех советских традиций, которые не теряют актуальности. Первые массовые забеги по всей стране состоялись в 1982 году. В Прикамье главный зимний спортивный праздник проводится в 9-й раз. Нынче на лыжню вышли около 6 тысяч пермяков и 5 тысяч жителей Прикамья. Сын, вот дед у нас и все остальные. Каждый год уже с 2008 года. Как бы мы участвуем здесь, в Лыжне России. С детства катаюсь на лыжах, потому что недалеко от дома был парк, лес, и мы всегда катались на лыжах все вместе. Папа приучил меня к этому. Здесь главное, чтобы максимальное количество людей вышло сюда, а для нас важно, чтобы они на следующие выходные снова появились здесь, уже не в рамках праздника. Вот это цель, вот это задача. В этом году, в отличие, что более 30 муниципалитетов, помимо Перми, проводят свои мероприятия, посвященные всероссийскому празднику «Лыжня России». Несмотря на массовость мероприятия, место на лыжне нашлось всем. Пермяки в полной мере продемонстрировали спортивный азарт. К этому добавилась новость, что трое прикамских лыжников представят России на чемпионате мира по прыжкам с трамплина. Это Анастасия Гладышева и Стефания Надымова из Кудымкара. Пермяк Евгений Климов вошел в состав сборной по лыжному двоеборью. Елена Закирова, Антон Лифанов, телевизионная служба новостей.